вами принц Навер. Был и отметим действие Никиты Выгода, который помешался. Вытащить эту шайбу. Николай Жаров один-один. На исходе 7-й минуты первого периода. Заехал Жаров и Стокарев, поставил шайбу Константину Кравикову. 2-1. Будкин бросил. И нападающий динамовцев, как мне показалось, переправил. Вот идет бросок. Рикошет от клюшки. Да, рикошет от клюшки Вячеслава Солодухина. Очень хорош был на точке сбрасывания в прошлом весе. 62,5% выигранных единоборств. Жердев вот хороший бросок. Сятери отбивает шайбу. Разберемся. Харри Сятер уже готов покинуть свое рабочее место. Плавать. И ломается клюшка у 44-го.
Yeah.